Всем здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом рубленые котлеты куриные. Это я готовлю ужин и решила с вами поделиться. Что нам потребуется для приготовления данных котлет? Куриное мясо. У меня тут бедрышки. Вот я убрала мясо, порезала с бедрышек. И грудка. У меня грудка где-то приблизительно тут 700, не приблизительно, ну где-то 750 грамм мяса. Неважно сколько, я все это делаю на глаз, ничего не взвешиваю. Нам понадобится также черный перец, соль, майонез. Майонез, кстати, домашний. Ссылка на видео, как я готовлю домашний майонез, будет в описании данного видео. И 3 яйца. Для начала я беру мясо и режу кубиками. Чем мельче вы порежете, тем лучше. Вот так вот все мясо я буду резать кубиками. Мясо мы измельчили вот на такие вот небольшие кубики. Вот я тут порезала все. Теперь мы добавляем лук. Я натерла через терку. И чеснок тоже через мелкую терку. Вот такие вот 3 луковицы мне понадобились. И вот такие вот такой чеснок. Добавляем сюда лук. Чуть-чуть перца черного. Также добавляем сюда соли. По вкусу соль. Я всегда все делаю на свой вкус. Где-то так. 3 яйца. Мы их вилочкой так чуть-чуть измельчим. И также сюда мы добавляем майонез. Майонез тут ничего не испортит, они котлеты получатся у нас сочные, вкусные. И все это мы перемешиваем аккуратненько. Хорошо так мясо перемешали и оставляем минут на 10, чтобы мясо у нас пропиталось. Она у нас чуть-чуть промаринуется. Она наберется вкуса всего, чего мы добавили. Вы также сюда можете добавить любые ваши специи, которые вы любите. Я не люблю добавлять специи. Мне достаточно перец, лук, чесночок. Этого вполне для меня достаточно. Итак, мясо у нас промариновалось. Я оставила минут на 10-15. Где-то так у меня мясо пролежало. Теперь берем 2 столовые ложки муки. Добавляем и очень хорошо перемешиваем вилочкой. Намного удобнее вилкой, да. Можно ложкой, но мне удобнее вилкой. Хорошо перемешали. Итак, жарим наши котлетки. С одной стороны я прожарила. Теперь с другой стороны. Вот такие у нас котлеты рубленые получились. Вот так они у нас выглядят. Ароматные. Запах сумасшедший.
такие. Их можно подавать с любым гарниром, который вам нравится и который вы любите. Можно с овощами. Я с перцем люблю. Давайте я вам покажу сейчас, как они у нас получаются внутри. Вот так вот. Смотрите, какие они сочные. Видите? Все прожаривается. Вкусно. Вкус. Видите? Все прожаривается. Попробуйте, это очень быстро. Очень вкусно. Обязательно напишите в комментарии, как у вас получилось. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С уважением к вам, Яна.